А ці поради кінолога стануть в пригоді усім небайдужим до долі собак. Нужно максимально информировать владельцев собак о содержании, о правильном воспитании их, касаемо содержания в зимний период. То есть, в принципе, как бы вследствие перемерзания, простудных каких-то заболеваний, то есть, вот и начинаются проблемы, как содержать собаку в зимний период. То есть, прежде всего, должна быть утеплена будка для собаки. То есть, как утеплить будку. В принципе, как бы это не составляет большого труда как с финансовой стороны, так и по затрате времени. Должны быть двухслойные стены. Можно сделать прослойку между этих двух стен. То есть это может быть либо пенопласт, либо это может быть рубероид, то есть такого плана. Изнутри, в принципе, будка, то есть может быть, в принципе, как бы кинуть какой-то обычный коврик. Один такой нюанс, который мы всегда считаем, то есть, который должен присутствовать в строении будки. Будка должна сверху открываться, то есть, чтобы проводник всегда имел доступ. То есть, может быть, собака приболеет, она не захочет выходить, чтобы был доступ открыть сверху будку, то есть должна быть открывающаяся крыша. То есть владелец или проводник должен иметь доступ такой. Касаемо лаза. Лаз в будку может быть затянут какой-то занавеской. Это может быть прорезиненная занавеска или тряпичная, то есть это не имеет значения. Некоторые породы, то есть, как бы, они категорически против таких занавесок, они сразу же обрывают это все, но это касаемо уже больше индивидуальных породных особенностей. Еще считаем такой вот, ну, как бы момент, будка, крыша будки должна быть пологой, то есть ни в коем случае не покатая. То есть некоторые породы любят отдыхать сверху на будке, то есть они залазят, там уже высыпаются. Там. Лаз не должен быть очень большой, то есть лаз, в принципе, может быть, как такая вход в норку, чтобы он залез, эта занавеска захлопнулась, да и все. Помимо сена или соломы, то есть можно кидать какое-то одеялко там небольшое. Но опять же, то есть это все относительно собаки. То есть есть такие товарищи, что они сразу все порвут, достанут, выбросят. То есть, как бы, то есть, ну, вот не хотим и все. Питание в зимний период должно быть усилено. То есть равносильно так же, как и мы говорим владельцам, которые начинают подготовку по какому-то направлению, которое мы практикуем, там, будь это охрана и защита или послушание, то есть рацион должен усиливаться. То есть как это требует затрат, как физических, так и эмоциональных. Чего нельзя давать животным кушать, конкретно собакам? Трубчатых костей, жареного, копченого. Грубо говоря, если это все обобщить, нельзя давать с общего стола. То есть что не доели, то и собаке отдали. Нужно понимать, что собака это не человек, то есть ей нужно как бы свой рацион определенный с учетом ее особенностей. Как это вредит, то есть это может привести к различным заболеваниям. То есть самое как бы такое распространенное – это ожирение. Ожирение, проблемы с печенкой и так далее. В рационе собак предусмотрительно такие продукты, как овощи, тут, по сути, без ограничений. Касаемо мяса, то есть тут свинина категорически запрещена, то есть в любом виде, будь это кости, либо вырезки, мясо, то есть как бы в любом случае бульоны, да. Бульоны, то есть как бы тут это даже, ну, как бы это даже не обсуждается. Жир, в принципе, как бы он не куриный, не говяжий, тем более не свиной, то есть он не идет во благо. По минимальным затратам, чтобы обеспечить собаку хорошим питанием, то есть можно варить каши на бульйоні, ассорти із круп. Прохання до волонтерів та підприємців міста. Терміново приймемо у подарунок утеплені будки для цуценят на стерилізаторі. Незабаром зима. Телефон для довідок 067 136 80 47.